Вот мы подошли к мотикам. Вот какой стоит. Это как УАЗик, что ли? Головастик. Головастик, УАЗик, какие еще есть. А что закрытие мотоциклетного сезона? Много-много мотоциклов. Много-много. И баня там стоит. Концерт, что ли, какой будет? Это, как они называются-то? Запустили его мимо. Камера, с камеры, наверное. Поверху, видишь, летает. Ага. Что-то больно высоко он летает. Этот, как его? Как он называется-то? Блин, вылетел из головы. Подойдем, подойдем. Пойдем туда. Посмотрим. А, какие красавцы, какие красавцы. Да-то я. Только я на этом каталась. На восходе? Нет. Не на восходе. На Ялте. Ну, а грохнулся... На Яве, да. А грохнулся с восхода. У нас были то самое хорошее, это Ява. Ну, какой, смотри. Красивый. Машинка там какая-то. Ну, поехали. Потому что мы все вместе дружно. Мы закрываем дом. Дальше я хочу поблагодарить рыжий церковь. Кафе? Пирожок хочу. А в Вильнюсе таких полно. Дискотека. Так что можно будет сегодня по полной программе Абдамон. Не устаю вам напоминать, что вот этот вот отличный железный конь является призом, который будет разыгран в лотерее по одному из билетов на вход в клуб «Мёд». Рады всех приветствовать, готовится к своему выступлению группа «Лишний повод». Потом у нас авто, дрифт-шоу «Адреналин Рейс Тим». Потом группа «Пистолеты» на эту сцену поднимется. Ну и потом у нас отъезд команды уже в сторону «Мёда». В 7 часов в «Мёде» начнется мероприятие, в «Мёде» начнутся концерты, выступления известных, популярных федеральных групп. А сейчас будут мотоциклетные конкурсы с призами, но проводить ее, конечно, будет Хаттабыч. Можно я подергаю, если хотел бы? Настоящие? Я понял. Передай микрофон. Держи. Вон еще один сейчас полетит. Вы видели сейчас мастерство обученных людей, потому что это не первый год, да? И... для желающих блеснуть своим мастерством, у меня камера могут поучаствовать сейчас как в этом конкурсе. Приглашаем сюда на площадку всех желающих. О, мальчишки пошли сюда. Конкурс будет. Ну все, батарейка садится. Больше ничего не заснять. Я знаю, что это такое, да? То есть смысл в чем? Определенную дистанцию проезжать максимально медленно. Желающие поучаствовать в этом конкурсе, пожалуйста, подъезжайте сюда на Брасы Блок. И будем проводить.